Добрый день, Нижнекамск приветствует вас. Нефтехимик против Акрона в последней мартовской игре лучшей лиги мира. Успейте заценить мартовский футбол, который в исполнении этих команд совсем не тот стереотипный мартовский футбол, к которому многие привыкли. И Нефтехимик, и Акрон – это вывеска, это уровень. Лучшая лига мира. Воскресенье. И стартует Акрон, разыграв мяч с центра на стадионе в Нижнекамске. Или это домашняя заготовка от Галаяна. Куда подавать будет? Опасно было. Пришел Данилкин, показывает нам Егора. Три мяча, кажется, в двух стартовых турах. А всего у него семь в чемпионате. Нефтехимик, удар! Ну вот, довели дело. Пришел Шильцов, показывает спасибо за передачу. Так, смотрим, правый край. Что придумает? Удар будет, а вот это опасно, это хорошо было. И вторым темпом сейчас открывался Глушков, это был, да? Классная атака. Классно, Савичев с левой. Рикошет и Голубев ногами. Момент, смотрим, удар будет. И вот еще раз с правого фланга на протыке попытку сыграть. Мяч уходит от Эльдарушева. Аккуратно здесь нужно действовать. Падение, подниматься нужно. И поднялся Савичев. Это он был, удар. Нет, это не гол. Это сетка вздыбленная. Ошибка. И снова Данилин врывается. Под левую. Нет, дальше Глушков. Под правый удар. И тащит Голубев. Призывая тут же защитников собраться. Выжимает нефтехимик соперника из штрафной. Димоски, подача на дальний угол. Играет здесь игрок, футболист Акрона. И удар можно сделать. Плиенко бьет. Сантиметры от дальней штанги. Это было очень близко. После подачи вот здесь, да. Футболист Акрона Савичев это сделал. Дальше Чудин в борьбу вступил. Глушков. Что вы там увидели? Вот удар, и мяч влетает в ворота. Это Емельянов. Вот это пушка. Пушка. Емельянов, Данила, мастер, а? Ну что, не получался каменный цветок, а вот сейчас. Какими цветами? Красно-черными. Малахит расцвел над Нижнекамском. Не надо, Рома, не надо. Угловой подача, вынос. Черноморец, да, выиграл. 2-1. Удар! И забивает Акрон! Забивает Барт! 18 лет, ну, подавал с углового. Тут, да. И какой удар, а какой удар! Барт назад! Головой, макушкой и Голубев. Желтая сегодня у Герасимова и желтая сегодня у Димоски. Все! Егор Егоров указывает на центр поля. Не самый сложный матч. 13-й в карьере в ФНЛ. Для Егора Егорова не стал несчастливым, но и слава богу.